Внеочередная сессия была целиком посвящена сенаторам от третьего мегаполиса страны. В августе этого года президент страны подписал указ о выборах депутатов в Сенат парламента Республики Казахстан от города Шымкент. Это были первые в истории мегаполиса выборы сенаторов от города республиканского значения. 5 октября по итогам голосования депутатами Сената парламента Республики Казахстан от Шымкента избраны Дархан Сатыбалды и Нурлан Бекназаров. Это действительно исторический момент для нашего города. Летом глава государства подписал сразу два важных закона о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и проведении выборов в Сенат. Впервые на политической арене будут представлены депутаты от города Шымкент как самостоятельной территориальной единицы. Нурлан Бекназаров в течение трех созывов работал в качестве секретаря городского маслихата. По отзывам коллег-депутатов, он всегда учитывал мнение каждого народного избранника при принятии важного для мегаполиса решения и искренне переживал за судьбу родного края. Спасибо за теплые слова и напутствия. Больше 10 лет мы совместно с депутатами и администрацией города трудились на благо жителей Шымкента. Спасибо за доверие и поддержку. Представляя Шымкент в Сенате, обещаю отдать все силы для отстаивания интересов родного города. Как сообщил аким города, заявление о сложении полномочий секретаря городского маслихата удовлетворено. Завершая внеочередную сессию, глава Шымкента от имени жителей мегаполиса вручил сенатору Нурлану Бекназарову благодарственное письмо и ценный подарок.